Hare Krishna. Кришна, поклон. Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes, so what did you decide? So Guru Maharaj, let we discuss and find the decision. If the class of Srimad Bhagavatam in half 7, so definitely we should wait. But I am not sure, is it comfortable for have united class, because I need to translate your words. If they have translated to French, it's easier. But if no, so it's not suitable for you, Guru Maharaj. Maybe cancel Zoom. Okay. Well, otherwise we give class for 20 minutes. Yes, yes. So the first variant is we wait till after 7 and I translate your class on Russian in Zoom here. But I'm not sure, is it suitable for you or it's... I said I give class now up until 7:30. Okay, please. Okay. Om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya. Okay, we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, Text Number 6, right? Да, yes, Guru Maharaj. Читаем Шримад Бхагаватам, вторая песня, глава 4, текст 6. Бруя эва вивид... Bhuya eva vivita vivitis vivitsami Bhagavan Atma Nayaya Yatidam Srijate Vishvam Durvibhavyam Adishvarai. Okay, read the translation. Перевод. Прошу, поведай мне, как с помощью своих непостижимых энергий личность Бога создает материальные вселенные такими, как они есть, непостижимыми даже для великих полубогов. Yes, Guru Maharaj. Go ahead. I begin the purport. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый любознательный человек задается вопросом о том, как появился окружающий его материальный мир. Поэтому неудивительно, что тот же вопрос интересовал и Махараджу Парикшита, желавшего узнать от своего духовного учителя обо всех деяниях Господа. О любом неизвестном явлении следует спрашивать и узнавать у сведущего человека. Вопрос о сотворении мира относится также к числу тех, с которыми нужно обращаться к человеку компетентному. Следовательно, духовный учитель, как уже говорилось среди Шукадевы Госвами, должен быть сарвагья. Guru Maharaj, how long should I read the purport? Because it's too long. Now I stop it on sarvagya. Okay. Well, read the first paragraph. First paragraph, it's finished Brahma Samhita 5.1, right? Not in Russian. In Russian translation, at least. Well, in this one, it's, let's see. Maybe before? Yeah, it's a long paragraph. Yes. Maybe Guru Maharaj, maybe before, in purport, there is a Bhagavad Gita 9.10 in okay. The middle of the paragraph. All right, so up to there. Итак, ученик может задавать следующему духовному учителю любые вопросы, связанные с Богом, ответ на которые ему неизвестен. Пример тому подает здесь Махараджа Парикшит. Однако Парикшит уже знал, что весь мир вокруг нас является порождением энергии Господа. Об этом шла речь в самом начале Шримад Бхагаватам. Джанма Дисяя.
Поэтому Махараджа Парикшит хотел услышать о том, каким образом была сотворена материальная вселенная. Ему уже было известно, кто является первоисточником творения. Иначе он не стал бы спрашивать о том, как личность Бога с помощью своих разнообразных энергий создает материальный мир. Даже обыкновенному человеку понятно, что мир создается по воле Творца, а не возникает сам по себе. Мы никогда не видели, чтобы в окружающем нас мире что-то возникало само собой. Глупцы заявляют, что созидательная энергия независима и действует сама по себе, подобно электроэнергии. Но разумный человек понимает, что даже электроэнергию производит на электростанции опытный инженер-энергетик. И под его постоянным наблюдением она поступает оттуда к потребителю. О верховной власти Господа над творением говорится даже в Бхагавадгите 9.10. Есть Гурмадж. Окей. Омагьяна тамарандасья кенанджана шалакая чаксуран милитаньена тасмай шри гурве намаха ванча калпатарубьясча крипа синду баевача патитанам паванебьо вайшнавебьо намо намаха. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shiva Sadigaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So Maharaj Parikshit is inquiring about the process of creation from Sukadeva Goswami, and this subject, the process of creation, will be described in several places in the second and third canto. В этом стихе Махарадж Парикшит спрашивает Шукадеву Госвами о процессе творения. Этот процесс время от времени рассматривается в некоторых разделах второй песни и третьей песни Шримад-Бхагавата. So Srila Prabhupada points out how Sukadeva Goswami is qualified. He's sarvagya, he knows everything, and he can answer all the inquiries of Maharaj Parikshit. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии подчеркивает, что Шукадева Госвами – авторитетный духовный учитель сарвагья и может ответить на те вопросы, которые ему задает Махараджа Парикшит. Maharaj Parikshit also is very qualified, because he understands that the creation comes from the Supreme Personality of Godhead. И Махараджа Парикшит тоже квалифицирован, поскольку он задает вопросы, связанные с Верховной Личностью Бога. So, Maharaj, we understand both the spiritual teacher and the disciple have to be qualified. There's qualifications on both sides. Как мы уже говорили, оба должны быть квалифицированы в этом диалоге, как духовный учитель, так и ученик. Sometimes people think just only the spiritual master should be qualified and he can deliver everyone, but it's necessary for the disciple also to be qualified. Некоторые думают, что только духовный учитель должен быть квалифицирован, что он может автоматически освободить любого, но на самом деле квалификация должна быть и у ученика. If the disciple is stupid and does not understand anything, then of course it's very difficult for the teacher to teach him. Если ученик глуп и не хочет ничего усваивать, то духовному учителю очень сложно научить его. So Maharaj Parikshit, he understood how the personality of Godhead is the cause of the creation. Итак, Махарадж Парикшит понял, что источником творения является Верховная Личность Бога. What he wants to know is how the personality of Godhead does the creation. Теперь он хотел узнать, как именно Верховная Личность Бога создает творение. So it shows that Maharaj Parikshit had faith in the Supreme Lord. He had faith that the Lord is he is the cause of all causes. Его вопрос указывает на то, что у Махараджа Парикшита была вера в то, что Верховная Личность Бога является причиной всех причин. But he wants to understand more. He wants to know the actual details of how this creation comes about.
но ему хотелось узнать больше, он хотел в деталях узнать, как разворачивается это материальное творение. And we see how in the course of the Srimad Bhagavatam how detailed explanations are given, how all the different elements are created one after another in a very systematic manner. И в этом курсе, по мере изучения Шримад Бхагаватам, мы увидим, как подробно в деталях описывается, как разворачивалось материальное творение от одного элемента к другому. We do not get so much detailed information in books like the Bible, the Christian Bible, that will not give so much information about creation. В христианской Библии, например, таких подробных деталей не приводится, там нет столько подробной информации на это. In the Christian Bible, they will say God created the world in 7 days, but they won't tell you how He created it. В Библии просто говорится, что Бог создал землю за 7 дней, но там не описывается, как именно Он ее создал. But here in the Srimad Bhagavatam, you get a much higher explanation. Everything is explained in detail. Но здесь Шримад Бхагаватам дается высшее описание в деталях, как это происходило. So it's proper to inquire about these things. We should want to know. That is the business of human life, to make inquiries, to ask, why is it like this, and who did this, and how is it like this? We should want to understand everything. Поэтому очень важно задавать вопросы на эту тему, это смысл человеческой жизни, задавать подобные вопросы, как именно это происходило, творение. The common people never inquire about life, they never ask about anything, they just simply accept everything. Just so long as they get, satisfy their belly and they have their sense gratification, they're happy, they never ask any questions. Обычные люди никогда не задаются вопросами на тему жизни, они больше заинтересованы, как набить желудок, да, удовлетворить чувства, и вопросы жизни не интересуют, они счастливы. But the real purpose of human life is to inquire and to understand about the world, how we got here and why we're here. Но истинное назначение человеческой жизни – задавать вопрос о смысле жизни, как мы появились здесь и как все здесь устроено в материальном мире. The Vedanta Sutra begins with the statement «Atato Brahma Jignasa». «Atato» means «now», meaning that now we're a human being, we have the human form of life, where we can inquire. Первый афоризм Веданта Сутры начинается «Адхато Брама Джигьяса», а слово «Адхато» означает «сейчас», то есть сейчас, когда мы в человеческой форме жизни, человеческие существа, мы должны задавать вопросы о смысле жизни. Other forms of life, they never inquire. The animals, their only business is eating and sleeping and mating and defending. They will never inquire. Другие формы жизни не задаются вопросами смысла жизни, они просто поддерживают еду, сон, совокупление, оборону, и вопросов о жизни у них не возникает. But in the human life, we're meant for this inquiry. This is the proper use of the human form of life, to investigate and understand. Но человеческая жизнь именно для этого и предназначена, чтобы задавать вопросы, чтобы исследовать этот вопрос бытия и изучить его в полной мере. If we don't make these inquiries, then we're simply wasting the human form of life. Если мы в человеческой жизни не задаемся подобными вопросами, то мы напрасно тратим такую жизнь. So Maharaj Parikshit shows that he's the most intelligent person because he's asking these relevant questions to understand everything. И так Махарадж Парикшит показал здесь, что он самый разумный человек, поскольку он задает вопросы, соответствующие этой теме творения. In the material world, people are they never stop to think, they never ask anything. So long as they've got some money and they have time to enjoy their senses,
they just go on with life. They and they will never ask any questions. They will never try to understand. Обычные люди в материальном мире, они не пытаются понять эти жизненно важные вопросы, они просто зарабатывают деньги и потом получают их, наслаждают чувства и вопросы не задаются. And then when things go wrong, when there are problems, when there are troubles, then they don't know, then they try to solve their problems by some material means. А когда у них наступают проблемы, то они пытаются решить эти проблемы какими-то материальными способами. They will try to solve their problems just by using some technology or by some economic solution. They will never look to any to something beyond all of these things. They will never consider the spiritual aspect of life. И способы, их материальные способы решения материальных проблем, это, как правило, экономика, как правило, технологии какие-то. И выше этого они не смотрят и даже не задумываются о том, что существует какой-то духовный способ решения проблем. So, Maharaj Parikshit is not that kind of person. Of course, he's at a very crucial point in his life. He's got only a very limited time left in his life, and he wants to understand the real nature of the world. Махарадж Парикшит показал здесь, что он задает себе вопросы, причем самый темный час своей жизни, самой такой как бы финальной точки своей жизни. He wants to understand the Supreme Personality of Godhead. He wants to know about all of the different activities which he performs. Some people just rush to the Rasa Lila. They just want to hear about the confidential pastimes of Lord Krishna. But they never hear about the creation. They never hear about the science of creation. Некоторые легкомысленные люди пытаются сразу погрузить себя в историю Расалили, не уделяя должного внимания процессу творения материального мира. And people will speak on Srimad Bhagavatam. They will simply talk on the pastimes of the Lord with his confidential devotees in Vrindavan. They will never speak about the Lord's pastimes in performing creation. Они слушают о играх, о скрытых играх Господа со своими преданными, но не уделяют внимания участию Господа в творении этого мира. But if we can see from the Srimad Bhagavatam how much Srila Vyasadeva considered it to be very important, that he describes the creation not just once, but twice, three times. He goes through it, explaining it all elaborately in great detail. Но сам составитель Шримад-Бхагаватам Ясадева считал это важной темой его материальное творение, и поэтому он уделил этому внимание на страницах Шримад-Бхагаватам, описав это не единожды, а даже дважды или трижды эта тема поднимается в деталях. Without understanding the creation, we'll never fully understand the Lord's pastimes with his devotees in Vrindavan. Не поняв полностью процесс материального творения, мы никогда не сможем правильно понять игры Господа с близкими преданными во Вриндаване. People will think of the pastimes in Vrindavan as something mundane, and they will want to imitate the pastimes of the Lord. But if they hear creation, then they will understand the inconceivable potency of the Lord. Потому что в таком случае они будут воспринимать сокровенные игры во Вриндаване чем-то мирским и будут пытаться подражать им. Но если они смогут понять процесс творения, то они поймут, что за всеми играми Господа стоит непостижимая энергия. So it's a very important part of the philosophy to understand that how the Lord actually creates this material world. Поэтому это очень важная часть философии, понять, как именно Господь создает этот материальный мир.
And when we study the Srimad Bhagavatam, you can see how systematically the whole creation comes about, how it is so scientifically done. Изучая Шримад Бхагаватам, мы можем видеть, как подробно описывается процесс творения, как систематически он представлен в Бхагаватам. Nowhere else do people have an explanation of how the world came about. The scientists are talking about things like the Big Bang theory, and then everything came from the black hole. So many mundane, so many foolish, completely stupid, speculative theories about the origin of the world. Нигде в другом месте мы не находим такой подробной информации, только лишь ученые выдвигают свои какие-то глупые, беспочвенные теории о происхождении мира наподобие теории Большого Взрыва или появления мира из черной дыры. They need to hear the Srimad Bhagavatam. But of course, these people are not ready to hear Srimad Bhagavatam. They are not qualified to hear Srimad Bhagavatam. They are offenders of the Lord. Им необходимо слушать Шримад Бхагаватам, но они, конечно же, не будут его слушать, так как они его не принимают. Они его не принимают, поскольку они оскорбители Господа. They simply think the world is for their enjoyment. They do not think there's any person behind the world. Они считают, что материальный мир создан для их наслаждения. Они не знают и не хотят знать, что за этим творением стоит Господь, личность. So it's important for people to develop a service attitude towards the Lord. They have no ability to hear the Srimad Bhagavatam. So what they have to do is they have to serve the devotees. And by serving the devotees, then they get some piety, and then they'll be able to understand Bhagavatam. Необходимо развивать настроение служения по отношению к Верховному Господу. Чтобы развить это отношение к Верховному Господу, необходимо обрести способность слушать и воспринимать Бхагаватам. А сделать это можно, служа преданным. Тогда через это, обретая пунию, человек получает способность понять Шримад Бхагаватам. Yes, we say Mahat Sevam Dwaramahur Vimukte. By serving the devotees, it opens the doors to liberation. Поэтому говорится Mahat Sevam Dwaramahur Vimukte. То есть служение великим преданным открывает врата или двери к освобождению. And in Srimad Bhagavatam it says also that Sushushrosha Dananashya Vasudev Katarichi. By serving the devotees who are free of sin, one gains affinity for hearing the message of the Bhagavatam. Также в Шримад Бхагаватам говорится, Шушушоша Дадхана Сява Судева Катхаручи, служа великим преданным, который чье сердце свободно от греха и пороков, в человеке развивается способность слушать послание Шримад Бхагавата. So I have to stop there now. На этом я остановлюсь. Thank you, Guru Maharaj. Okay, so thank you so much. Sorry about that today. Anyway, thank you that you find your time for that. We're obliged to your mercy. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada, Shri Guru Maharaj ki Jai Bhakti Vinayana Shri Narasimha Maharaj ki Jai.